Всем доброе утро. Сегодня 11 июля 2023 года, вторник, город Харьков, на улице плюс 16. Сейчас преимущественно пасмурная погода, без осадков, без ветра, ну и без солнышка пока. Солнышко уже давно сегодня встало, в 4 часа 38 минут зайдет солнышко, в 20 часов 42 минуты. Долгота дня сегодня 16 часов 4 минуты. Ну что, сегодня ночью и вот рано утром шел дождь, причем была и гроза, и раскаты грома, и молнии. В общем, дождь опять крепко промочил все. Вот буквально минут 20 назад он закончился. Смотрите, какие мокрые листы клубники. В общем, опять все залило. Я уже не знаю. Мы надеялись на то, что оно начнет высыхать, но уже как-то будет. Но природа распорядилась по-своему. Сейчас покажу свою головную боль. Они вчера сняли эту отмостку. Видите, теперь вот такая вот получается штучка, забетонированная. Вчера дальше еще они заливали сверху немного отмостки, а здесь почему-то убрали. Ну, может, им нужно там, не знаю. Снимаю сейчас, пока еще никто не ходит на огороде. Вот. Ну, чтобы меньше видели соседи, так скажем. Вот. Ну, пока, как вы видите, все застопорилось, все на одном месте стоит. Когда они будут крепить, не знаю. Если честно, мне эта ситуация вся очень сильно напрягает уже. Ну, указывать я не буду. Жду, жду, жду. Когда же они наконец все это сделают? Яблочки, к сожалению, падают. Ну, сейчас еще и плюс осадки прошли, так вообще не очень классно. Но будем делать пюре и кушать. Эту розочку я показывала несколько дней назад. Тут были бутончики. Ну вот, готовый сразу букет. Можно срезать и идти на одной веточке. Вот за что я люблю вот эту вот розовую розочку. Тут вот сколько? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, практически 7 штук сразу на одном стебле. Классно. По прогнозу сегодня передают солнечную, классную, хорошую погоду без осадков. Честно говоря, слабо в это верится, потому что посмотрите, какие облака. Но будем надеяться, что все-таки сегодня распогодится, потому что дождь — это, конечно, замечательно, прекрасно, отлично. Но все-таки с избытком это уже немножко поднадоедает. Конечно, не хочется сильную жару, но такую оптимальная температура где-то 20-25 градусов до 28 будет вполне. На основной огород я, к сожалению, зайти не могу. Опять жутко мокро. Ну вот показываю то, что у меня выросло под заборчиком. Немножко лука и укропчик. Буду надеяться на то, что сегодня распогодится, немного потеплеет, и все будет хорошо. Поэтому я всем желаю хорошего вторника, хорошей трудовой недели, и всем пока!